В понедельник в казахстанских СМИ замаячил акын Ринат Заитов, критично высказавшийся о группе 91. Мастер слова назвал ребят и всех, кто причастен к их успеху, в том числе, цитата, «парни из Орды» преступниками. Нельзя, по мнению Рината, такое показывать казахстанцам. Не казахское это, не национальное. В качестве альтернативы новомодному бойсбенду он предложил истинно казахские песни «Тори гори, тори али». И Серикбола Сайлаубека с его национальной гармонией. Ой, женге, ой, женге, құта болу қамын ойлап, қой, женге, ой, женге, сіз бен бізде таусылмасын, той, женге, ең сұлу, ең сұлу, қара көзім қарағаны, ең сұлу. Последний к тому же еще и плагиатом увлекается и поет патриотичные песни, которые когда-то пели не менее патриотичные узбекские коллеги. Но вернемся к нашим баранам. Некоторые порталы поспешили рассорить Акына с Баян Есентаевой, которая подопечных Бедельхана успела отозваться очень даже лестно. Я честно не знаю, я не в курсе, что сказал мой добрый, талантливый друг Ринат. Но вы знаете, есть такое понятие «нравится, не нравится». Ну, наверное, ему не нравится. И я не думаю, что это чья-то вина. Кому-то нравится, кто-то восхищается, кто-то говорит, что это плохо. Ну, сказал он, что это плохо, но кому-то понравится, и что из этого шумиху делать, я не могу понять. В свою очередь, одобрительная рецензия Есентаевой не осталась без внимания творческого дяди группы 91 Есбулата Бедельхана, который в своей неповторимой манере отреагировал на пост Баян. Эпатажный ординец подколол Есентаеву, намекая на ее снисходительное сравнение кей-поповцев с ее новым детищем квартетом «Алау». Вчера мне хотелось поддержать их, что, собственно, я и сделала, но, по-моему, меня некоторые неправильно поняли. Есбулат написал что-то непонятное, если честно. Я не сравниваю. Я сказала, что противника и конкурента надо уважать. Тоже верно. Что касается того самого парня из Орды, то Ербулат Бедельхан посоветовал Заитову разобраться. В индустрии, естественно. Парень из Орды говорит. Меня зовут Ербулат. Группа называется 91. Не хочу учить кого-то в той сфере, в которой ничего не понимаю. В каждой профессии есть вещи, в которых необходимо разбираться. Пусть придет ко мне, я объясню, зачем все это делаю. Словом, точка еще не поставлена, а значит, продолжение следует. Следите за эфиром.